Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Жилких Ольга. Я работаю регенистом стоматологическим в сети клиник Мегастом более 20 лет, когда такой профессии еще не было в России. Хочу поделиться с вами клиническим случаем, очень показательным в нашей практике. Пациент несколько лет назад протезировался в нашей клинике, закончил протезирование и уехал в другой город, не приходя на гигиенические приемы ни в своем городе, ни к нам в клинику. Через несколько лет приехал, мы увидели вот такую вот картину, когда произошла атрофия костной ткани в области имплантатов, естественно, наличие отвердевшего зубного налета, что привело к дальнейшему, конечно, удалению имплантатов и опять лечению. На этом примере хотелось бы сказать важность нашей работы. То есть не только в течение того времени, пока пациент лечится в клинике, мы поддерживали его гигиенический статус, но обязательно смотивировать его на дальнейшее наше сотрудничество в обязательном порядке, чтобы поддерживать его гигиену, чтобы подсказывать ему, чтобы если где-то что-то успеть вовремя убрать все. Я хочу пригласить вас на свой курс «Гигиенист как важное звено в команде врачей». Это не высокопарные слова, это действительно так, и наши доктора, как никто лучше, это понимают. Потому что мы в течение всего лечения пациента в клинике поддерживаем его гигиенический статус. А это, в свою очередь, помогает нашим специалистам провести качественную работу. На нашем курсе мы поговорим с вами о основных целях нашей профессии. Сложный вопрос разберем взаимоотношения пациентов с гигиенистом. Разберем особенности гигиенического приема на всех этапах его лечения. Терапевтическом, ортопедическом, хирургическом, ортодонтическом, детском приеме. Подискутируем с вами при разборе клинических случаев. Поделимся друг другом опытом. Так что приходите, будет интересно.